Всем добрый вечер. Так и просится уже музыка для души от парней в нашем зале. Прекрасного всем вечера. Начинаем, друзья. Песня про то, как у нас в принципе все в красном. О, Вознесенск! Привет. Ваш большой столик переехал поближе туда, к воздуху. Так, ребята, спасибо, что пораньше собираемся. Вот такая у нас новая реальность. Музыка, наиграй, я распишу трамвай. Если вы поняли, что у нас можно петь в караоке украинских исполнителей, зарубежных исполнителей. Еще хорошая песня про Муречку. Сейчас ее добавлю в караоке, расставим слова. Будем пытаться петь. Парни, я понял, как вы делаете. Вы сначала несколько раз слушаете трек, а потом его поете. Нет, ну не вам, вот ребята заказали еще раз. Про то, что мы в красном бархате. Парни, следующий раз принесу микрофон и придется петь. Ну как получится, погоним. Да? Ну именно эту песню, не? Надо на новый уровень, а то сколько можно слушать, надо как-то исполнять уже начинать. А что, вот девчонки поддержат на самом деле. Как раз на троих можно сообразить, у меня есть микрофон. Добрый вечер, ребята, заходите к нам. Вот сейчас молодой человек исполнит хорошую песню. Вознесенск, как вам обстановочка у нас поменялась туда? Давно не были, видите, как все меняет. Ребята, все, кто гуляет в Аркаде, присоединяйтесь сегодня к нам. В эту субботу у нас немножко будет приятной музыки. Есть возможность спеть караоке, шашлыки, бургеры, большие пиццы поменьше, салатики, перекусите и напитки от наших барменов, авторские коктейли. Не стесняйтесь, обращайте внимание на стоимость. Это первое, вас официанты встречают. Хочется еще раз, еще не раз, еще пару раз сказать, всем добрый вечер, всем, кто гуляет в Аркаде, обращайте на вас внимание, к нам можно зайти и присесть на улице, можно внутри. Официанты быстро обслуживают, вкусная кухня, бургеры, так перекусить, легонько или пицца. И все это до 10 вечера. И есть музыка с опцией, функцией караоке до без 20:10. Так что, ребята, поспешите, времени не так много. Бармены вас уже заждались, у нас их два, они так ждут. Когда же мы уже начнем работать, когда же уже начнем делать со льдом вкусняшки, со много льдом и не только. Ребята, добрый вечер, собираемся сегодня пораньше, потому что потом захочется еще и еще, так что лучше раньше, заходите к нам. У нас все есть для хорошего настроения, еда, напитки, музыка и даже караоке. Девчонки, что вы там танцуете? Давайте ближе, заходите. Всем добрый вечер. Вижу, некоторые девушки поют уже. Молодцы, распеваемся. Кто там уже поет? Нормально, молодцы. А мне вот про Калыну нравится вот эта версия. Так, ребята, у нас есть дымные кальяны. Заказывайте, вот девушка сейчас поет для вас по этому поводу. Мальчишки и девчонки, заходите к нам. У нас очень дымные кальяны, правда? Да, правда, подтверждаю. Вкусные напитки, большие пиццы, поменьше пиццы, шашлыки. Так, молодец, давай пять. Ребята, очень удивительно, первый раз вижу девушку-кальянщицу. Это вообще какой-то нонсенс. Может, я просто не так часто в заведениях бывал, где девушки-кальянщицы. Заказывайте дымные кальяны и другие штучки, которые у нас есть. Кстати, караоке тоже можно заказать себе любую песню, спеть. Блин, на что включить? А вот. Что-то вообще там такой шумный угол под вывеской «Принц», да? Ребята объединились, как-то перезнакомились уже, собираются компаниями. Сейчас все пошумим. Блин. Не, ребята, громче не будет, потому что как бы рядышком там выключили караоке. Поэтому громче никак. Макс Барских, «Подруга ночь». Ребята, а где вы присели? Что-то я вас не вижу. А, вон, в углу там. Ребята, там в углу у вас такая большая компания. Может, принести микрофоны вам? Короче. Да рано, рано еще до этой песни. Что-то вы, ребята, все такие шумные сегодня. А ну, «Подруга ночь», там микрофон. Слава Украине. О, есть. Приятно видеть всех своих. Уже несколько раз играл этот трек. Становится гимном сегодняшнего дня. Я предлагал парням спеть, они не хотят, они просто пусть играют и все. За беду. Второй микро надо, ребята? Там песня ваша. Раз, два. Ребят, я напоминаю, кафе работает до 10 часов, без 20:10, музыка выключается, так что если есть желающие,
Давайте будем торопить время, потому что потом не будет. Поставь последнюю песню, за любые деньги нет. Без 20, 10 выключается, кафе в 10 закрывается, мы замываемся, быстро едем домой. С пониманием. Кристина Агилера, вы можете поближе к звуку или вам там нормально? Нормально тут. Я же тебе говорю, ближе. Просто все шумят, получается, и сильно... Я сначала отключаю. Там нет звука, все шумят, я не могу... Раз, два. Следующий трек не опять основа для пацанов из Николаевской области и из города Николаев. С наилучшими пожеланиями, друзья, для одесситов и всех гостей города. Отдыхаем, прекрасного вам вечера. Так, песня «Вознесенск». «Пора домой» — это песня «Вознесенск». Он не слышит. Короче, скоро пора домой нам всем. Я думал, они петь будут с Вознесенска. Они так, наверное, слушать хотят. От города Вознесенска. Вознесенск — это ж Николаевская область тоже, да? Еще несколько музыкальных подарков от города Вознесенск для одесситов и гостей города, которые с Николаева, с Николаевской области. Для Вознесенска у нас трек. А где Вознесенские? Куда они делись? А, они есть, да. Вы уже тоже Вознесенские, да? Ребята, кафе работает до 10, заказы уже на музыку не принимаю, потому что без 20:10 мы выключаем музыку и готовы будем, должны собираться и ехать домой. Так что всем хорошего настроения, отвисаем сколько есть возможности. Ребята, одесситы передают привет всем с Николаева, всем одесситам, поиграть несколько композиций, в том числе и одесских песен, там где участвует МС Рибик. Специально для Владимира звучит музыкальный подарок. С наилучшими пожеланиями для всех, ребята, и Владимира. Все оттуда же и туда же. От Владимира для одесситов с наилучшими пожеланиями. Ребята, через 20 минут выключается музыка, в 10 закрывается кафе, так что успеваем рассчитываться и до новых встреч. Так, девочки, революция, где вы там? Революция, Лобода. Девчонки, кто поет революцию? Девочки, это ваша песня, где вы спрашивали, кто поет? Ребята, на сегодня последний трек девушки исполняют и до новых встреч. Ребята, всем спасибо, приходите завтра, приходите пораньше, будет дольше времени. Как-то так.